В народе бытует мнение, что воротами в город является сам ЖД-вокзал. Видимо, наши ворота за много лет значительно преобразились. Но а какой же внутри Шымкент и соответствует ли он всем стандартам мегаполиса? В этом мы сейчас постараемся разобраться. Ну а пока давайте посмотрим на Шымкент в 3D-варианте. Город Шымкент издавна называют вторым сердцем Казахстана. В Шымкент приезжают туристы с разных стран. С недавнего времени заработал портал 3D Шымкент, где каждый пользователь сети может виртуально прогуляться по городу и самым известным его местам. Вот, например, зоопарк, центральный парк, а вот улица Таукихана, главная улица. А теперь давайте виртуально сравним с реальностью и постараемся оценить, как же на самом деле выглядят наши улицы. Конечно, сейчас ситуация на городских улицах значительно лучше, а было вот как. Но и сейчас не без проблем. Центральная улица Байтурсынова, перекресток Таукихана, 12 часов дня. Увидев нашу съемочную группу, торговцы сворачивают свои столики и уходят. А здесь разобраться сложнее. Непонятно, то ли остановка, то ли кафе. Но мы видим, что люди спокойно обедают вдоль проезжей части, и эта картина не украшает внешний облик города. С незаконными парковками ситуация сложнее. Только после нескольких предупреждений некоторые автовладельцы начинают убирать свои авто. А это проспект Республики. Бегло, пробежав глазами по округе, можно насчитать на одном отрезке улицы 5 аптек, 3 игровых клуба, несколько салонов красоты и незатейливые прилавки, где торгуют различной продукцией. К слову, накануне внесены изменения в законодательство о градостроительной деятельности. Нововведения связаны с внедрением новых технических стандартов при проектировании зданий и сооружений гражданского назначения. Может быть, с их появлением будет больше порядка в городской архитектуре. Главное, нужно сохранять порядок в городе. Я считаю, что все инстанции должны более эффективнее работать в этом направлении. Если мы начнем внедрять новые стандарты в градостроительство, то я думаю, что наш город будет лидером по сравнению с другими городами страны. Сегодня по результатам соцопросов Шымкент считается одним из самых чистых городов, но есть и другое мнение. Многие считают Шымкент большим базаром. Скажите, пожалуйста, Шымкент считают базаром, согласны с этим? Нет. Базаром каким именно? Многие считают наш город базаром, согласны с этим? Нет, не согласен. Ну правильно, я с базара иду. Да, согласна. Президент Нурсултан Назарбаев как-то сказал, что Шымкент призван быть одним из новых центров социально-экономического притяжения на юге страны. Сегодня Шымкала процветает стремительно быстро. Город называют будущим очередным мегаполисом страны. Мы надеемся, что так и будет. Но нужно учитывать, что все зависит не только от руководства страны. Многое и в наших руках. Мы живем в этом городе, и мы должны его беречь. Әсем қала, көзімде талап бар ма, өмірлік сұрақтарда өзімде жауап бар ма. Шудин Саидов, Ғалымжан Ерназаров, Роман Примколов, информационная служба телекомпании «Отырар». Сырымды кім қақтарар?